Всем привет! Хочу рассказать сегодня про такую интересную штуку для бассейна, как скиммер. Кажется, мелочь, а приятно до безобразия. Вот обратите внимание, бассейн стоит на улице, весь день он ничем не накрыт. В него летят мошки, листья, мусор, у нас тут близко дорога, ну и так далее. И гладь воды чистейшая. Нет ничего. Потому что все мушки, все мелкая пыль, все полностью, все летит и оседает прямо здесь, в скиммере. Вещь зимой стоила порядка 25 или 30 рублей по акции. Честно, не помню. Но стоила копейки. Скиммер представляет себе такой вот стакан, который погружается в воду и подключается к насосу. Вода засасывается через него. При помощи натяжения поверхностного сверху идет такой, как водопадиком, в него все падает. И все, что у нас плавает на поверхности, все всасывается в него. Эффект, как говорится, налицо. Мусора на поверхности нет вообще. Если же его не включать в систему, то в течение дня тут все будет в мошках и во всяких мелких листиках и в пуху. Вот такой вот индексовский скиммер. По модели. Сейчас посмотрим. Где-то аж было написано. Вот. 28-00. Это заводской номер по индексу. Подходит как на каркасные бассейны, так и на надувные. Получается, крепление в комплекте идет и под то, и под другое. Но есть очень интересное но. Для этой игрушки нужен достаточно мощный насос. Если насос слабый, ну, к примеру, как у меня, а у меня стоит двухкубовый Bestway, самый дешевый песочный фильтр, который только можно купить, двухкубовый, то, скажем так, то, что было запущено с завода, из коробки, не заработало. Пришлось допиливать. Чтобы скиммер заработал с таким насосом, ну, с таким двухкубовым, либо с мелким, который идет непосредственно в комплекте к любому бассейну, если идет, конечно, потому что я покупал бассейн без насоса, то обратите внимание, если очень большой зазор вот по этой кромке, то у него просто не хватает силы опускать стакан. Вся вода засасывается через эту щель, а не через верх. Поэтому, как любой русский человек, при помощи синей и немного желтой изоленты по уровню, по своему уровню воды, как у меня идет уровень, я просто домотал как бы уплотнительное кольцо. При всем при этом стакан входит свободно. Он почти не задевает стенку. Но достаточно хорошо вакуумируется. При этом все работает. Даже двухкубового насоса хватает, чтобы опустить стакан. Много воздуха. Хоп, и пошло работать. Сразу видно, как у него падает мусор. Вот смотрите. У нас тут что-то плывет, какая-то какашка-букашка. Вон большой комар приплыл. Хоп, и все уходит в скиммер. Ну, а остается уже непосредственно крупный мусор. Либо в том стакане. Там такое ведерко. Его вот так вот достаешь потом. Убираешь стакан. Ну, и ведерко идешь промываешь там от крупных листьев, от всякого хлама и так далее. Еще один важный нюанс. Внутри самого скиммера предусмотрены вот такие вот резиночки. Это защита от, ну, скажем, от воздуха. Если у вас уровень воды в бассейне упал очень сильно,
и насос начал сосать воздух. До того, как он начнет сосать воздух, эти резиночки немного приподнимаются под давлением воды, и вода начинает наливаться в стакан, тем самым не давая насосу хапнуть воздуха. Но в моем случае, так как не хватает давления, опять же, эти резиночки снизу пришлось заклеить изолентой. Иначе нет вакуума, не хватает давления, чтобы стакан работал. Поэтому примите к сведению. Либо скиммер и немножко изоленты, либо по-человечески хороший насос. Иначе работает так себе. Ну, меня и так устраивает. Свою функцию он вполне выполняет. Ну что ж, про скиммер на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Покупайте бассейны, купайтесь. Очень классная забава в жару. Мы всей семьей в восторге. Держите свой бассейн в чистоте, в тепле. Всем пока!